Kia Center в Солонцах представляет уникальную акцию. Абсолютно новые госпрограммы на автомобили и Kia Rio. Госпрограмма «Семейный автомобиль». Воспользуйтесь выгодой, если в вашей семье есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. МРЧК 105Г. Телефон 25 77 38. Ваш дилер Kia. Это Kia Center в Солонцах. Кровати из массива от эконом до премиум класса. Матрасы с натуральными наполнителями, а также легендарные матрасы американского бренда Sealy. Экологичное решение для вашей спальни. Скидки до 50% в салоне мебели Райтон. На Батурина 20. Нужны деньги? Обращайтесь в Краслломбард. На время пандемии даем 3 месяца отсрочки по платежам. Никаких штрафов. С гарантией, что залог вас дождется. Честная оценка выгодной займы. Краслломбард. Поддержка во время пандемии. Звоните 279-7000. Компания Красал. Производитель окон ПВХ и алюминиевых конструкций. Утепление балконов и лоджий под ключ. Остекление домов и коттеджей любой сложности. Мы работаем качественно и надежно. Нужны окна? Звоните нам. 216-03-93. Красал. Пройдите бесплатную консультацию врача-косметолога-дерматолога и получите скидку 40% на безоперационное омоложение лица на новейшем аппарате РФ-лифтинг в клинике «Доктор Барменталь». Запись по телефону 217-98-98. Компания «100 матрасов» на 9 мая 51 и Караульный 42 дарит скидки до 50% на матрасы производства «Аскона», «Сарма» и «Свисхом». Магазин «Самогонная лавка». Все, что вам нужно для домашнего самогоноварения, пивоварения и виноделия. Вас проконсультируют и подберут качественный товар. Приходите в «Самогонную лавку». Ладоги-Цхавели 95 и Краснодарская 8. Сила. Похоже, у нас голая правда – это настоящий подвиг. Журналистка Ирина Шихман, автор популярного YouTube-канала «А поговорить». Для того, чтобы что-то проломить, придется пожертвовать своей репутацией. Готовы? Костя, иди в повара. При любой власти люди будут хотеть есть. Эксклюзивные интервью у самых неожиданных гостей набирают миллионы просмотров. Я лучший человек, который это может сделать. Я лучше всех. Россия – огромная страна, и невозможно управлять в ручном режиме. Почему мы все время последствия разгребаем? Ей рассказывают то, о чем обычно молчат. У меня секс с 4 девушками – это тетрапак, и люди с ума сходят и брызжат кипятком. Я поняла, что я умираю. И умирала я долго. И в мае я слегла окончательно. Включать телевизор и слушать о том, что все под контролем, все в порядке, да. Ну, как бы это уже не смешно давно. Смотрите проект Ирины Шихман теперь на ТВК. В среду в 21:45.